Приветствую вас, Лилия. Надо сказать, что у вас довольно противоречивая проблема, в том смысле, что, противоречивые проблемы, в том смысле, что в одном тексте вы пытаетесь говорить несколько вещей, которые, к сожалению, исключают друг друга, вот, что мне кажется, мягко говоря, тревожным самим по себе, вот. Сейчас я постараюсь вам пояснить, о чем идет речь, да, вот, и надеюсь, что вы разберетесь в этой ситуации лучше, ну, вы лучше будете разбираться в этой ситуации. Итак, вы пишете для начала, значит, буквально несколько дней назад ушел из жизни мой папа. Примите мои искренние соболезнования. Значит, вы пишете, что он болел раком уже 9 лет, но очень редко сдал за последний месяц. Смотрите. Здесь история такая, что по факту произошло, по факту, что? Привыкание. Привыкание к заболеванию отца. То есть, типа, что, ну, болеет раком. Ну, 9 лет, да, 9 лет это срок огромный. И, ну, болеет и болеет. То есть, вы перестали воспринимать это как болезнь. Образно говоря, она стала слишком привычной для вас. Дальше. Я даже не ожидал этого, пишите вы. Ну, что он вот резко сдаст за последний месяц. Простите, а чего вы ожидали? Особенно если вы говорите, что искали врачей, медсестер зачем-то, целителей, но ничего не помогло. Чего вы ожидали тогда? Далее. Вы пишете, я виню себя сейчас в том, что мало времени уделяла ему, возможно. Да, вы пишете, что возможно вы мало времени ему уделяли, но себя вините. Вы, возможно, уделяли ему мало времени, или уделяли ему мало времени, как вы считаете? То есть, вы не уверены в том, что уделяли ему мало времени, но то, что вы себя вините, это факт. Откуда берется чувство вины? Вот, Лилия, откуда берется чувство вины? Почему вы решили себя винить? По какой причине вы считаете, что здесь уместно себя винить в том, что вы не уделяли ему времени? По какой причине вы считаете, что больше должны были уделять ему времени? То есть, откуда вот эта вот установка, представление здесь? Дальше. Хотя я видела его несколько раз в неделю. Вы считаете этого мало? Вы считаете этого мало? Или как-то обидела его? Чем? Чем вы можете обидеть его? Могли обидеть его? Смотрите. Здесь многое зависит от вашей веры. То есть, я допускаю, что вы действительно можете считать или думать, что вы могли его чем-то обидеть. Поэтому, если вы, к примеру, верующий человек, то
вы можете сходить в церковь, да, просить у него прощения, исповедаться перед священником, и, в принципе, этого будет достаточно. Если вы человек неверующий, то вам, ну, нужно просто с ним поговорить, с его образом внутри вас, который вот у вас имеется. Вот, я думаю, что поговорив с ним, потому что вы знали, какой он человек, вы знали, что он из себя представляет, вы знаете, как он к вам относился, точнее, вы сможете с ним поговорить и решить этот вопрос, только на это нужно акцентировать внимание. Вот. Понимаете, какая штука? Вот человеческое сознание, да, оно инертно. То есть какие-то события происходят в жизни, как правило, быстрее, чем сознание способно это обработать и принять к сведению. Поэтому когда вы с отцом общались так, как могли. Общались столько, сколько могли. Много это было или мало это было, это, ну, это не так важно, на самом деле. Знаете? Важно другое, что вы проводили с ним времени столько, сколько было вам комфортно. Вы проводили с ним времени столько, сколько хотели. Но после того, как вашего папы не стало, после того, как его не стало, вы стали себя винить. Как думаете, почему? Потому что сознание ваше взаимодействует еще с живым человеком. Это означает, что уход отца вы не приняли. То есть вы его не отпустили. Не простили с ним. Чтобы его отпустить, но нужно с вами поработать. Несколько дней, это срок, на самом деле, очень маленький, то есть вы пребываете в шоковом сейчас состоянии, это нормально. Ни о каком отмытлении речи не идет, очень много чувств, очень много эмоций, сейчас вам их нужно просто все выплескивать, вам нужно выговариваться, проговаривать все, что вы чувствуете. Сейчас ни о какой работе речь не идет. Дальше, или может быть он умер из-за меня. А вот здесь я бы сказал, что вы чувствуете недостаток собственной значимости. Как это не парадоксально. То есть, ну вы же сами понимаете, что никак из-за вас другой человек умереть не может. Тем более от рака. То есть, как вы могли повлиять? Вы что, сделали там, условно, его рак более агрессивным, более тяжелым, ну, вряд ли. То есть, тут вот момент именно такой, что как он мог умереть из-за вас. Ну, брат, вот сами прикиньте, как он мог умереть из-за вас, и откуда такая мысль у вас появилась в сознании. Значит, у меня трое детей, двое сыновей, я дочка. Сыновья и моя мама как-то больше не проводили время. Знаете, вы здесь сравниваете
для того, чтобы подкрепить свою позицию. Как вот? То есть вот у вас есть какая-то позиция по данному вопросу? Есть какая-то позиция? Вот. То есть вы либо хотите подтвердить себе, что вы плохая дочь, либо подсознательно хотите подтвердить, что вас любили меньше, либо вы попросту сравниваете себя с другими, ну вот, с другими людьми. Дальше, у меня двое деток, и я старалась уделять время им. Это нормально. Конечно, я старалась как-то помочь, искала врача и медсестер, но ничего не помогло. Тяжесть на сердце, что, может быть, я могла бы сделать больше. Больше времени ему уделять. Это появилось после того, как он умер. То есть это чувство появилось после того, как его не стало. Когда изменились обстоятельства, когда изменились факты, а вы мыслите по-прежнему так. Лучше ли ему было, легче ли ему было бы, если бы вы общались с ним так, как будто он умрет уже завтра? Думаю, что нет. Ну вот интересно, откуда вы пришли к выводу, что могли бы сделать больше? То есть, на что вы опираетесь? Своих суждений. Но не могла тебя заставить ездить на части, потому что не могла видеть его в таком состоянии. А вот это уже другая история. Здесь противоречие ваше, Лиля. Вы говорите, что у меня двое детей, я старалась уделять внимание им, ну, детям. И это как бы нормально. И тут вы говорите, что я не могла к нему чаще ездить, не могла видеть его таким, а он стеснялся. И вопрос тогда. Почему вы не могли его видеть таким? По какой причине? Это первое. Как это соотносится с тем, что вы считаете, что могли бы больше проводить с ним время и больше ему уделять внимание? И по какой причине он без нас? Вы кажется, он без нас своей беспомощности. Допустим. Но не потому ли, что вы видели в нем только сильного? Ну, то есть, вы хотели в нем видеть только сильного отца и не могли видеть его слабым. Так. То есть, как бы, это вопрос вот к вам, опять же. Понимаете? Какая штука? Вам для чего-то был нужен сильный отец. Вы его идеализировали. Возможно, идеализировали не случайно, потому что вы ничего не пишете про мужа своего, отца детей. Дальше. Очень больно на душе. Как пережить боль от потери родителей, ведь ему было всего 61 год. Лилия, я не думаю, что боль от потери родителя нужно переживать. Я думаю, что боль от потери родителя это очень нужное чувство. Это очень нужное чувство, которое научит вас ценить людей, которые рядом с вами, возможно, больше. Возможно, вы не будете обращать внимание на такие вещи, как бы с помощью и так далее. Будете проводить со своими родными столько времени, сколько хотите. То есть мне кажется, что боль от потери родителей продемонстрирует вашу человечность, и переживать ее не надо. Но вот откровенно впадать в депрессию, откровенно страдать с ущербом для себя, а значит и вашим детям, тоже не стоит. Это другая крайность. И здесь смешиваются ваши потребности, которые вы пытаетесь реализовать через родителей. Да, то есть, по факту,
почему возникает чувство вины, да, откуда возникает чувство вины. Чувство вины возникает из-за того, что вы перестаете делать что-то, что, по вашему мнению, должны делать. Одобряется другими людьми, ожидается от вас. Вот. И когда это перестается, когда вы перестаете это делать, вы начинаете чувствовать вину. То есть получается, что вы это делаете для собственного успокоения. То для собственного успокоения вы делаете что-то, относящееся к другим людям. Таким образом, вы впадаете в зависимость от людей. То есть пока отец был, вы для него что-то делали, вам было относительно неплохо. И отца не стало, вы перестали иметь возможность для него что-то делать, и все. И вы чувствуете вину. То есть это говорит о том, что на себя, на свои чувства, на то, что вы хотите, вы ориентируете слабо. Делая в основном что-то для других, растворяя других людей. Вы склонны растворяться в других людях и склонны ориентироваться на других людей. Что и приводит к такой вашей позиции. Дальше. Косвенно на это же указывает и тот факт, что появился страх за свою жизнь и жизнь своих близких. То есть вы боитесь потерять близких, потому что они вам для чего-то нужны. Чересчур нужны. Потому что никто не застрахован от того, да, что, ну, все люди смертные, это нормально, что все рано или поздно умрут. Когда же вы боитесь, вы боитесь потому, что знаете, уйдут они, уйдут ваши близкие, и вы что-то потеряете, вы опять будете себя винить, вы опять переживете то же самое, возможно, еще сильнее. И вот недостаточно ориентированность на себя, чрезмерная ориентированность на других, психотичность, грубо говоря, и приводит к этой, к такому состоянию. Справляться с этой ситуацией, как вы пишете, Лилия, не нужно. Свои чувства, Лили, нужно раскрывать. Свои эмоции нужно выражать, свои потребности реализовывать. Только тогда вы сможете адекватно взаимодействовать с этой ситуацией, потому что смерть близких — это нормально, да, то есть это неприятно, вот, но это нормально, вот. Понимаете, какая штука, а вы воспринимаете это как что-то такое, чего быть не должно. Понимаете? Какая штука. И из-за этого вам сейчас так плохо. Что касается папы, да, что, опять же, он с вами. Вот. Пока вы его помните, он с вами. Вот. И вы можете разговаривать с ним в своем воображении, спрашивая у него совета, сам общаясь с ним и так далее. Вот. Он не ушел совсем. Он будет всегда жить вас. Вот. Так что на эту тему тоже вам стоит обратить внимание. Ну и получше определиться со своей мотивацией, конечно же, своей мотивацией не проводить время, это непонятно, то ли вы не могли его видеть, почему это слабым, это отдельная проблема, то ли вы из-за детей, это совсем другая история. Вот. Плюс ко всему, мне кажется, что вы его еще не отпустили, это нормально. Так. Несколько дней — это ничтожный срок.
Вот, поэтому я вам сейчас рекомендую не сдерживать свои эмоции, да, плакать, кричать, переживать сколько угодно. Если там близким людям тяжело или они не понимают, обратиться к психологу, выплакать всю боль, выговориться, высказаться, чтобы у вас было ощущение, что, ну, что вас поняли. И после этого уже можно будет заниматься психотерапией. Только так. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.